квартира. Привет, Зоя. Мы здесь собрались, чтобы обсудить наши флитовые, насущные, наболевшие проблемы, наверное. Давай начнем с самого очевидного. Флейта, на самом деле, хоть и древний инструмент, но самый молодой из вот таких вот, да, популярных сольных инструментов, которые сейчас только набирают обороты. И то, что она за последний век так рванула в плане технологии, привело, с одной стороны, к тому, что мы действительно много очень можем сейчас, количество желающих заниматься на флейте растет, а с другой стороны, это привело, например, вот к таким проблемам, как недостаток репертуара и так далее. И вот из этого вырастает целые несколько веток для нашего общения. И мне было бы очень интересно вот узнать твое мнение о том, например, вот у нас есть фамильное древо некое, да, то есть все флейтисты произошли от тех, кто начинал играть на флейте Бема и так далее. Ну, вот. Кто у нас был? У нас был Тафанель. Да, Тафанель. Я, видишь, сразу говорю «у нас», потому что наша общая школа получается все равно французская. Вот в том-то и дело. То есть мы с тобой такие разные, да, как в рекламе Red Bull. Вот, у нас, казалось бы, с тобой совершенно разный путь, да. Мы получали образование здесь. Мы, безусловно, представители и советской, и российской, и постсоветской, и зарубежной школы, да, и в каком-то плане вот эта вот совокупность традиций, она приводит нас к совершенно... к разным, наверное, результатам, да, к разному развитию. Да, но одновременно я все время слушаю тебя, твои замечательные концерты, твои мастер-классы, и я обнаруживаю, насколько много мыслей ты говоришь, которые у меня просто были, вот, ты снимаешь у меня их с языка. Вот взаимно, абсолютно. Но вот как раз и получается, где этот баланс между педагогом, который, например, только преподает, или он и педагог, и исполнитель. Потому что мы все равно первые, как мама и папа, это, конечно, первый родитель, это твой педагог, который передает тебе как раз вот эту традицию. И получается, что я постараюсь свою флитовую мысль довести до конца. Получается, что очень опасный момент, когда мы тоже можем опираться только на какие-то истории 60-летней давности, не доверяя, например, своим ученикам, которые учились на загранице или преподавали и так далее. И вот насколько это, правда, наверное, проблема не просто флейты или другого инструмента, а проблема отцов и детей, которые так или иначе могут все время спорить и находиться вот в этом антагонизме относительно традиции, не знаю. Мне кажется, это безумно интересная вот эта вот проблема наследия поколений, потому что очень часто так бывает, что мы общаемся с нашими старшими коллегами, которые тоже продолжают чьи-то традиции, которые тоже бывали на мастер-классах у знаменитых флейтистов, которые сами были знаменитыми флейтистами и ими остаются. И вот борьба авторитетов в данном случае, она приводит к по-настоящему игре Монтекки и Капулетти. Причем темы, которые поднимаются, они ведь довольно часто бывают достаточно субъективными. Исполнительская индивидуальность — это вообще очень интересная и неоднозначная тема. Потому что она, естественно, складывается из какого-то общего культурного слоя, традиции, которые ты воспринял, и твоего эго, и при этом умение балансировать между каким-то привлечением своего эго и вниманием к тому, что происходит в музыке. Потому что мы же, в общем-то, мы же воспроизводим, мы же не творцы, мы не играем собственное, то, что Бог на душу положил, да, мы ссылаемся и читаем огромные произведение вслух, можно сказать, да. Это все равно, что прочитать поэму или огромное литературное, да, вот прозу просто прочитать вслух и при этом привнести в нее что-то свое, чтобы остаться у слушателя в памяти. И тут такая очень этически сложная тема, да, я не хочу ни в коем случае никого обижать, потому что в данном случае очень много исполнительских манер, и каждая из них находит своего слушателя. Очень важный момент именно в том, что
действительно слушатель, он с одной стороны наш судья, с другой стороны он наш в каком-то смысле ученик, да, мы его воспитываем, мы его сами приучаем, а в третьем смысле он все-таки наш учитель, потому что именно благодаря слушателю мы воспринимаем со стороны то, что мы делаем, мы получаем одобрение и в каком-то смысле себя совершенствуем. И тут, естественно, представители очень ярких школ в мире, которые усвоили от своих преподавателей какие-то вот, яркие правила, да, они потом начинают ревностно их защищать. И, наверное, мы все в каком-то смысле такие. И можно просто быть более радикальным или менее радикальным. Вопрос для меня, например, в том, а где это применимо? Это применимо, безусловно, когда ты сам с собой занимаешься и для себя определяешь, по какой стезе ты идешь. Но так ли это применимо, когда ты судишь своих соседей по этим принципам? И тут, мне кажется, вот очень важно именно для себя понять шкалу, по которой, оценочную шкалу, да, по которой ты работаешь. Безусловно, она нужна. Да? Есть какая-то база, к которой мы все идем, и все мы любим, чтобы исполнение было там, например, стройным, техничным. Что еще у нас есть из ведущих параметров? Про параметры. Да, безумно интересно. Опять безумие. Ну почему? Для меня безумно интересно. Потому что первое такое осознание не для себя, а уже когда ты слушаешь со стороны, у меня было в Америке, когда это, по-моему, был 2014 год, я приехала на конвенцию, вот эту глобальную американскую конвенцию. 2000 абсолютно фанатеющих, влюбленных во флейту людей. И у любителей, и профессионалов, и у нас был концерт, и в том числе у меня была такая duty, обязанность сидеть в качестве члена жюри semi-final, то есть это полуфинал этого знаменитого конкурса NFA, Young Artists, значит, молодых артистов. И обязательным условием было для жюри выдавать свои замечания, собственно, конкурсантам, чтобы те могли ознакомиться и как-то... Я считаю, что это прекрасная, во-первых, практика, потому что это очень здорово. Не всегда... Правда, люди по-разному формулируют свои мысли. Кто-то ему здорово может сказать, вдохновить, а кто-то может так написать, что никогда потом больше не захочется заниматься тем или иным видом искусства. Так вот, когда мои коллеги писали 4 страницы, я поняла, что я настолько не знаю, во-первых, язык, а во-вторых, я даже на своем родном языке не смогу описать то, что звучало с концертной эстрады. И я для себя вывела несколько параметров, по которым я просто буду оценивать дальнейших конкурсантов. И таким образом это стало системой, и так было легче и честнее потом делиться этими записями, которые мы раздали. Кофе! Ура! Слушай, когда изобретаются параметры, вот мне очень интересно, они унифицированы для всех членов жюри, или там, то есть в данном случае, вот в этом конкурсе была шкала какая-то дифференцированная, по которой ты оценивала исполнителей, или каждый просто писал в свободной форме отзыв на исполнение? В этом случае это был в свободной форме абсолютно отзыв, и ну, мне было очень интересно как раз поприсутствовать на обсуждении, которое все равно было по итогам прослушивания и решения результатов в следующий тур, собственно, в финал. И, конечно, я участвовала в разных конкурсах, и в тех, где как раз есть очень такая серьезная дифференциация, например, за вибратом 1 балл, за владением вибрато, владением звуковедения, интонации и так далее, техника, и все это отдельные баллы. И в тех, где просто нужно ставить, например, общий средний балл для, собственно, дальнейшего его
складывание в какую-то общую картину жюри. А есть еще система коэффициентов, когда каждый из параметров, он, ты по нему выставляешь баллы, а потом он еще как бы имеет определенную силу в общей системе, и там за вибраты тебе даются плюс столько-то в пропорции, да, и так далее. Ничего себе, что только не придумают. Да, есть очень разные апгрейды. Вот интересно, я бы сказала, что такие системы дифференцированные, они действуют, но на этапе, скажем, вот детском, подростковом. Но когда ты слушаешь, например, более взрослые конкурсы, где все уже владеют инструментом и делают собственный выбор, а как они работают с вибрато, да? То есть есть, конечно, у нас вредные привычки, да, там, например, долгое время считалось неизлечимым вот это вот так называемое вибрато горловое, да, которое бесконтрольное. Да, бесконтрольное, которое не удается как-то обуздать. Вот, но сейчас достаточно много методик, которые совершенно успешно ставят его под контроль, ничуть не уступая всем остальным мышцам в нашем организме. И мне кажется, что уже на этапе взрослого формирование, музыкант сам выбирает, каким качеством вибрато он играет, и имеем ли мы моральное право уравнивать таким образом стилистически в рамках какого-либо, опять же, да, мы сейчас можем разговаривать про конкурсы, да, можем разговаривать про систему оценки в учебных заведениях. Мне кажется, все в итоге упирается в какую-то этику и, наверное, музыкантскую совесть, потому что так или иначе каждый исполнитель или каждый член жюри, педагог, он оценивает относительно какой-то своей системы координат. И у меня были случаи, когда то или иное исполнение, оно не вписывается в мою, например, систему координат, но оно меня впечатляет. И если оно меня впечатляет, я готова открыть свое сердце для этого конкретного исполнителя. И мне кажется, вот это очень важные, это не потому, что я такая хорошая, а потому что, мне кажется, каждый человек должен немного развиваться. И, но кто-то может переступить какие-то через те или иные параметры, кто-то нет. Соответственно, вот сравнение на конкурсе или сравнение в рамках учебного процесса, в рамках той или иной, как это называется, промежуточная, оценочная аттестация или что-то, да, ну, это из педагогики, поэтому, да. И, соответственно, тут много других вкрапляются, очень много других каких-то историй связанных. А можем ли мы этому педагогу ставить такую плохую оценку за его работу студентам? Ну что, нет? А можем ли мы, например, решать студента стипендии? В этом плане, да, это очень интересный момент, потому что это уже внутренние игры, которые, безусловно, отражаются. Но тут, мне кажется, что всегда в образовательном процессе играет роль несколько параметров. Первое – это, конечно, то, что каждый, по идее, для достижения лучшего, оптимального для себя результата должен развиваться по индивидуальной шкале. У нас кто-то начинает развиваться позже, кто-то начинает развиваться раньше – кто-то активнее идет, кто-то идет стабильно, но медленно, и каждый, в общем-то, демонстрирует свой личный прогресс на определенном уровне. Поэтому, когда мы всех унифицируем в образовательном процессе, конечно, действительно получается, что мы, с одной стороны, должны подбирать универсальные параметры, да, а с другой стороны, делать скидку на то, что, ну вот, по сравнению со своим этапом год назад, он стал лучше. Например, так. Но это если у нас нету системы, которая подразумевает, вот как, например, в школе, где я работаю, да, у нас есть конкурсные года, когда мы как бы вот мы получали образование, а теперь мы участвуем в конкурсе, который будет унифицирован для всех, да, и если мы по общей шкале успеха не проходим, тогда, собственно, школа перестает быть для нас домом.
Вот. Да. И тут действительно приходится адаптироваться под систему образования. Другой вопрос, что можно ли этого избежать и как-то поощрять какие-то вот базовые параметры, определить до проведения, например, какого-нибудь события. Например, грубо говоря, берем картину, да, и проходит прослушивание, куда бы то ни было, может быть экзамен, может быть конкурс и так далее. Сидит комиссия, и эта комиссия, она, вот, допустим, у каждого есть какая-то дифференциация. Я сужу технику, я сужу вибрато, я сужу музыкальность общую и так далее. Но при этом каждый судит все равно же по своей шкале, получается, да, то есть кто-то хочет, чтобы вибрато было контролируемо, кто-то, чтобы оно было на данном этапе внутри звука и не выделялось, кто-то хочет, чтобы его в определенной стилистике вообще не было, кто-то хочет его на всех нотах, а кто-то выборочно на определенных сильных нотах во фразе и так далее, то есть тут ты тоже не найдешь какой-то объективной шкалы. Получается, что логично в этой ситуации было бы договориться на берегу? Членом жюри? Да. Возможно ли это? Но это вопрос, опять-таки, этики и философии. Возможно ли, потому что все зависит от человеческого фактора. Угу. Договариваются люди между собой, готовы они открыть свои рамки восприятия и пойти на тот или иной компромисс или нет? Ну, вопрос... Открытый. Открытый, да. И, безусловно, наверное, один из самых важных, потому что мне кажется, что любой человек, когда делает какое-то для себя важное событие, будь то прослушивание конкурсное или, скажем, образовательное, да, экзамен, зачет, он хочет получить отзыв. И этот отзыв должен содержать, как, может быть, какие-то моменты, которые можно усовершенствовать, да, грубо говоря, критику, так и подчеркивание тех сторон, которые были усовершенствованы. Собственно, наверное, поэтому американцы пишут по 4 страницы, потому что они, помимо того, чтобы критиковать, они еще очень любят добавлять что-то, что касается действительно вот яркого результата и наслаждения от того, что они услышали. То есть акцентировать внимание на хорошем — это, в принципе, такая практика. Другой момент, что у нас всегда есть опасность зазнаться.